Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 31. Вычисли наиболее удобным способом. 834 плюс 98 минус 234. От 834 отнимем 234, получим 600, а затем к 600 добавим 98. Ответ будет 698. 781 минус 56 плюс 681. 781 отнимем 681, а затем отнимем 56. Это вычитание суммы из числа. 781 минус 681 будет 100, а 100 отнять 56 будет 44. 592 прибавить 294 плюс 108. 592 удобнее сложить с числом 108. Получится 600, к 700, а затем к 700 мы прибавим 294. Получим 994. 75, 139, 25 и 61. Сгруппируем данные слагаемые. 75 и 25 в сумме нам дадут 100. И 139 и 61 в сумме дадут 200. А затем 100 прибавить 200 получится 300. 2 умножить на 5 и умножить на 69. Удобнее 2 умножить на 5 будет 10, а затем умножить на 69 мы получим 690. 5 умножить на 27 и умножить на 6. Удобнее 5 умножить на 6 получится 30, а затем 30 умножить на 27. 27 умножим на 3. При этом сначала на 3 умножим число 20. Будет 60, а затем 7 умножим на 3, будет 21. 60 плюс 21 будет 81. При умножении на 10 получим 810. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.